Ladies and gentlemen, we are set for the next fight of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the ACA welterweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He stands 180 centimeters tall. His official weight, 77.6 kilos. He is an MMA practitioner, holding a professional record of 16 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Sao Paulo, Brazil, here is Elias Zuxu Silverio. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He stands 175 centimeters tall. His official weight, an even 77.6 kilos. He is an MMA practitioner with a veteran's record of 23 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Olsztyn, Poland, here is Aslambek Sailo. And our referee in charge of the action, Herb Dean. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. Gonna keep it clean. Touch up. Let's do it. Ну, российские и бразильские бойцы встречаются на каждом мировом турнире. Вот, наш турнир не исключение. Понятно, давно друг друга знают и давно уважают. Много зубов обломано друг от друга. Ну, образно, разумеется, выражаясь. А Аслабек Саидов, ну, в общении очень приятный, кстати, человек. Мы видим, кстати, отражение этого и здесь, в начале схватки. Да, настоящий дух фэрплей. Интересно стоит в левосторонней стойке. Вообще у него такая очень неудобная и жесткая такая ударная техника. У него, несмотря на то, что он каждый удар скоростной, небольшой полусредний вес, он очень физически сильный. Это чувствует каждый из его оппонентов. Элиас Сильверия, ну, слушайте, один из тех бойцов, для кого драться так же естественно, как дышать. Вот есть такая порода в Бразилии бойцов, которые чувствуют себя очень расслабленно во время поединка. И все им тут просто и знакомо. Ну, традиционно для бразильцев, пожалуй, разве что кроме борьбы в позиционном смысле, то есть переводов тейкдаунов, да, переводов вложения партера. А почему-то не культивировалась в Бразилии ни вольная, ни греко-римская борьба. Есть очень серьезный уклон в дзюдо. Ну, а дзюдо, как известно, борьба в куртках. И не все из арсенала дзюдо применимо смешанным единоборством. Однако от общих рассуждений о этой выдающейся спортивной плане стране к конкретному поединку. По крайней мере, один хайкик уже был такой интересный в блок, но почувствовалось, что есть в этом ударе ногой сила. Потому что есть люди, которые кидают хайкик. Вот как джеб, да, просто чтобы он был. А есть люди, которые готовы этим ударом нокаутировать. Видимо, Элиас это все-таки можно. Хорошее попадание навстречу от Асламбека Саидова. Еще одна атака. Правый прямой доходит до цели. Да, очень здорово работает передней рукой, а самое главное, что связывает удары. Сделает несколько ударов сразу. Да, вы что, смотрите. Партер от Сильверио. Только что я так нелестно вроде высказывался о умении переводить. Закрывается. Поставил меня на место Элиас Сильверио. Красавец, что могу сказать. Очень хорошо поймал момент, взял корпус и через бедро, как сегодня уже было, положил вниз Аслабека Саидова. Ну, а что это такое для нас смешных единоборств? В принципе, только начало. Я вам напомню, дорогие друзья, что сегодня со мной большой эксперт в этих делах Аюб Магомадов, который, ну, наверное, больше большинства из нас может рассказать об этом положении. Прекрасно защищает свою такую позицию Сламбек, ищет пути для того, чтобы встать,
раскрыл он самостоятельно гард, чтобы искать варианты для... Ну, не свипа, наверное, все-таки. С бразильцем трудно это представить. Да, сейчас он готовит атаку, в принципе, и для завершения. Он руку вводил под треугольник. Вы, как черный пояс и человек, наверняка много раз встречавшийся с бразильцами, скажите, насколько сейчас логично пытаться работать на прием, или логика одна — вставать? Может работать на прием, потому что очень хорошо борется в партере. Мы можем посмотреть на его рекорды, мы видим его, как победы нокаутом, победы болевыми удушающими приемами, очень разносторонне развитый ветеран, который может принять бой где угодно. Очень аккуратно действует Сильверио, он пользуется позициями больше для контроля. Но при этом очень плотный, хороший захват. Да, очень трепетно относится к тем позициям, которые он забирает. Слушайте, интересно, иногда так осталось. Да, переводит очень хорошо, причем в первую очередь за счет именно плотного на корпусе захвата. Именно вот эта плотность, как говорил Харлампия в свое время, если не плотно, значит не борьба. Вот эту плотность бразилец все-таки чувствует. Впрочем, пока ему это ничего не дает. До конца первого раунда. Да, интересно. Интересно также, как судьи разобрали все эти моменты в отдельности. А главное, как все это они оценили вместе за первый раунд. Я не возьмусь вам сказать, потому что, по-моему, несколько больше было попаданий с рук у Аслабека Саидова, но при этом все-таки переводы. Да и вообще интересно очень работал Элиас Сильверио. Да и концовки. Концовки тоже обычно оцениваются особенно. Много раз уже убеждался в том, что судьи видят как-то сильно все по-своему, не так, как видит зритель. Своя система у них подсчета, оценки, свои приоритеты. Коллективному, бессознательному не всегда это понять. Ну, дается легко. Ой-ой-ой-ой. Вообще все логично. И логично, что Асламбек двигается вправо, зашагивая за ногу. Классическое боксерское такое действие. И логично, что на это такой прием, как у Шерлаваша, удар ногой с разворота, ответил бразилец. Единственное, что я от него этого не ждал. Здорово. Оба показали, что готовы зарубиться на своей дистанции. У обоих есть плотный удар. Раскидывает корпус голова бразилец. Отвечает серии голову. Классный бойский спортсмен. Мы с вами наблюдаем. И опять же есть перевод. Слушайте, удивительно. Мне приятно, когда меня опровергают делом. Вот, все мои высказывания относительно бразильской школы переводов в конкретном частном случае с Элиасом Сильверио оказывается просто ничем. Асламбек Саидов, и снова мы оказываемся в той же позиции. Я, пожалуй, просто поясню. Асламбек Саидов — это человек, который в борьбе и переводом сильно не чужд. Он понимает работу стойки и хорошо ее владеет. Это всего лишь может говорить о высоком уровне Элиаса Сильверио в этом компоненте. И, пожалуй, что очень удачно выбираемом моменте этих переводов. Потому что переводы получаются быстро. Да, тайминг действительно высокий. А я молодец, умничка, неужели рычаг ловкий? Да, да, можно сделать. Позиция, кстати, да, располагает. Но слушайте, сделать бразильцу. Прекрасная попытка болевого приема. Все-таки есть ощущение, что у бразильца сейчас каждый... Сейчас важно развернуться. Каждый является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Это у нас как бы только самые выдающиеся люди. А там ты можешь быть
не знаю, там, вице-чемпионом своего города, да, и уже имеет черный пояс. За счет большого количества черных поясов получить становится проще. У нас-то для этого нужно пройти намного больше. И да, попытка вставания от Асламбека Саидова. Очень-очень здорово. Сработал снизу, подтвердил вашу мысль о том, что стоит его опасаться в этом компоненте. Я, честно говоря, не ожидал такого хорошего захода на рычаг. Очень быстро он среагировал на сложившуюся ситуацию. Была прекрасная атака. И защита в исполнении Сильверио. Да, очень быстро отконтролировал. Сначала отконтролировал за счет угла, потом за счет положения локтя и сбросил эту попытку. Но класс. Неожиданные приемы сегодня показали оба. Ага. И вот опять, кстати, да. Уже получилось у него так переводить. Долго готовил, показывал, что будет оказывать давление вперед, и в итоге рванул назад. Тогда я бы даже сказал, в таком самбийском стиле. Снова пытается забросить прием. Трудно уже, конечно, это сейчас делать. Сейчас уже от Асламбека бразилец этого ждет. Ну да. Совершенно точно виден план бразильца на этот бой, пока он для него работает. Он существенно крупнее своего оппонента, и он пользуется этим для контроля, для переводов, для работы в клинче. Как я уже говорил ранее, он очень бережно относится к каждой позиции, которую он получает. Это, в принципе, такая бразильская черта. В бразильском джиу-джитсу ведь много времени уходит именно на обучение смены позиции и контроля в этих позициях. То есть разобраны, есть специальная терминология, разобраны, в общем-то, все основные моменты контроля. Без этого сейчас уже никак. Просто умением делать приемы это не ограничивается. Сейчас в очень опасной позиции оказывается Асламбек Саидов. 30 секунд до окончания раунда. Ну да. Если вы угадали с геймпланом бразильца, то, собственно, ему ничего и не надо сейчас делать. Достаточно определенного контроля. И, в общем-то, я все. Думаю, что мы не увидим никакого риска в его исполнении эти последние секунды раунда. Да, в общем-то, так и есть. Мы видим, что не пытается сейчас уходить на удушающий. Да и, честно говоря, вот эта позиция с одной ногой вправленной, она не самая опасная для удушающего приема. Она прекрасна для контроля. Да, ну и показывает себя отлично, конечно, Элиас Сильверио. Третий раунд очень много решит в этом противостоянии. Это раунд, в котором Асламбек Саидов должен забирать победу. Потому что совершенно точно первые два раунда к себе зачет занес его оппонент. Вы знаете, сейчас эмоционально после второго действительно, наверное, так кажется, но я бы усомнился насчет однозначно раунда первого. Все-таки в стойке там были хорошие эпизоды у Асламбека. И, опять же, напомню, сейчас судейские правила изменились. И оценивается все немножко по-другому. Еще не так, как оценивалось год и два назад. Поэтому кто его знает? В любом случае, да, вы правы, третий раунд сейчас будет решающий. Ну, как решающим может быть и каждый удар, пускай даже нанесенный на последней секунде. На смешанных единоборствах это нормальная история. Ну что ж, да, бразильцу, конечно, спешить некуда. Да, мы видим, он и не спешит. Ну, по-моему, чуть-чуть застаивается на ногах, оставаясь иногда. Асламбек сам идет в атаку. Позиции удобных ударов. Да, идет в атаку. Видимо, есть момент необходимости доказательства такой своей компетенции в борьбе у Асламбека Саидова. Не знаю, мне казалось, что и в ударной технике может третий раунд попробовать себя реализовать.
пока получается защищаться у Сильверио. Ну да, опытный, очень опытный боец. 16 побед. 33 года для весовой категории до 77, самый высокий. Ой-ой-ой, как жестко. Причем метил в переднюю ногу, а получил с дальнюю. Причем внутренняя часть, она обычно не так набита, как внешняя. Короче говоря, удар зашел сильный. Ай-яй-яй, вот сейчас неудачно. Потому что была возможность вроде бы и через себя перекрутить, но он контролировал бразилец, который на этом контроле, судя по всему, сам обслил. Да, многое получается у него в этом бою, в борьбе. Сейчас очередной раз оказывается... Да, такая греко-римская разборка сейчас была в стойке. Завершилась она у бразильского спортсмена. Еще одна попытка атаки от Асламбека. Ну, уже сейчас это не сюрприз для бразильца, поэтому к этому, я думаю, готов. Вот куркнуться бы на ногу как-нибудь. Это было бы, да, интересно. Ну или все-таки по классике пробовать вставать по стене. До нее на самом деле недалеко. И есть ощущение, что устал Асламбек Саидов. Вот мы видим бразилец. Тут он подслушал, чуть развернул от стены Асламбека. И тем самым лишил его, наверное, на данный момент такого выбора. Работа снизу, она, к сожалению, почти не оценивается, вот эти удары снизу, хотя иногда можно действительно ударить оттуда. Попытка сильно. Попытка прохода гарда от Сильверио, выступает через ногу, начинает контроль корпуса более активному, есть восстановление гарда от Саидова. Ну да, если в стойке... В последнем элементе была разборка греко-римская, то здесь типично бразильская. Ну, практически без ударов, то есть не было такового ground and pound. Вот этот контроль одной ногой, о котором я вам говорил. Да, интересно. Действительно очень уверенно так работает в переводах Элиас Сильверио. Неожиданно совершенно для меня, в такой тягучей манере. И снова за спиной, и шансы Асламбека Саидова. Ну вот в чем они сейчас. Надо пробовать, наверное, вставать и взрываться, прям взрываться в ударной технике. Ошеломить таким напором. Забирает спину Сильверио. Бразильца. Я думаю, что он будет стараться оставаться в этой позиции до конца боя. Ну да, но сейчас Слабек, конечно, скорее всего, сбросит. Единственное, что, вероятно, там будет попытка перехода на рычаг лодки. Не срослось. 15 секунд. Что он за них успел? Может быть, удушающий? Ну-ка. Ай-яй-яй, вот это было бы здорово. Ну, к сожалению, я думаю, что не хватит времени. Элиасу Сильверио, наверное, да. Хотя... Слушайте, а захват-то взят был классный. Классная атака. К сожалению, классная осталось атака, слишком мало времени. Да, чуть-чуть поздновато. Здорово. Да, бразилец доволен. Есть у него полное ощущение, что он победил. Да и, в общем-то, можно с ним согласиться. Провел он отличный для себя поединок. Да, отличная работа в исполнении Сильверио. Здорово. Ну, а Асламбек Саидов, не знаю, может быть, он немножко долго выжидал, как по-вашему? Мне показалось, что очень качественно подготовились к этому поединку боец Сильверио и его команда. Это была действительно качественная работа.
Прошел сейчас бразилец по кругу, показывает, что ему нужен пояс. После трех побед подряд, я думаю, что он приближается в любом случае. Может претендовать на этот статус. Ну, слушайте, ну молодец. Ну, так, во-первых, очень уверенно, как рыба в воде, хорошо себя чувствует в поединке. То есть ощущения стресса у него не было вообще никакого. По крайней мере, со стороны так было видно. Вот, с очень сильным соперником провел отличный бой. Далеко, в чужой стране. Все это аргументы, все это складывается в копилку и вполне может привести его действительно к титульному бою. А уж в следующий раз или через какую-то еще проверку, все может быть. Тут надо внимательно следить за ростером Исей и уже из этого делать выводы. Тем временем дождемся же официального подведения итогов. Ladies and gentlemen, after completing the hard-fought three rounds inside the cage, our judges are all in agreement for your winner by unanimous decision, Arias Zushu Silverio! Наше поздравление победителю. Слова поддержки Асланбеку Салимову. Еще себя много раз пока. Congratulations, another hard-earned victory. Time and time again, you come into other people's backyards to take on their top talent, and time again, you come out successful. Where does this victory rank in all of your victories so far? Parabéns pela sua vitória. Cada vez mais você chega ao país anfitrião do seu oponente e você consegue digamos, ter a vitória. Podemos explicar, por favor, como é que se sente, digamos, chegar cada vez ao país do seu oponente e defender o oponente neste? Eu sempre batalhei, sempre me esforcei para treinar, para trabalhar. Fico igual motoboy em São Paulo, para cima e para baixo, dando aula, indo treinar. Volto para casa, tenho meia hora para descansar, volto ao treino de novo. O Brasil me conhece, sabe com o meu esforço. Quando eu cheguei no ACA, eu vim com vontade e um sonho. Meu sonho retornou, está retornando realidade. Eu vim para disputar o cinturão aqui, fora do meu país, e dar o meu melhor. So every time I come to the ACA fight, I'd like to do the absolute best that I can. And I came to the ACA envisioning that belt, and I really want to fight for the belt one day. So yeah, I have the support of Brazil, I have the support of my native state of São Paulo, so that's a great time just fighting there and claiming the victory time and time again. On November 29th in Kazakhstan, the welterweight title is on the line. Bezdan Ushakov will take on Albert Tumanov. You have four victories inside the ACA cage now. Do you believe you deserve that title shot? Do you want that winner? No dia 29 de novembro, ele mantém o Chuka vai lutar o seu oponente. Você também pensa que você pode também conquistar com eles nessa categoria e, digamos, tirar este cinturão? Não para esse dia 29, né? Para o próximo. Eu vim pronto, estou pronto. Vou voltar para casa sem lesão. E vou voltar a treinar. Próxima ligação do ACA, eu tô pronto! What I want to do now is come back home and train as hard as I can. Yes, obviously, after their fight, I would like to just, you know, fight for the welterweight title. That would be amazing. Ladies and gentlemen, give it once again for your winner, Elias Silverio! War Chuchu! Ну, красавец, красавец, давайте отдадим должное, ну, действительно молодец. На своем месте человек делает все отлично. Поэтому поздравим его, ну а дальше две
самые главные встречи этого вечера. Они будут на заглядении. Стратегический партнер Лиги ACR. Энергетический напиток Energy Dragon.